Тихо, тихо. Подряд, стой! Нельзя лаять. Зачем ты лаешь так громко? Нас будут ругать. Сидеть, сидеть, сидеть. Молодец. Ничего себе. Да он просто кошек не переваривает, а там дворник постоянно их кормит. А вот у меня, например, на котов аллергия. Ну, я же не лаю, как сумасшедшая по утрам, правда? Я их просто стороной обхожу. Простите, просто... Я Маша, а он Варяг. Очень приятно, я Наташа. Очень приятно. А мы тут переехали, вот квартиру снимаем. Значит, вы здесь надолго? Надеюсь, да. Значит так, перспектива каждое утро просыпаться вот так, такого лая меня вообще не устраивает. Давайте мы договоримся так, что вот этого джентльмена мы начнем учить хорошим манерам. Давайте. Сидеть, сидеть. Голос, голос. Молодец, молодец какой, молодец. Слушайте, а зачем вы учите его лаять? Вам же, наоборот, это не нравится. Когда собаку научишь лаять по команде, без команды она уже лаять не будет. Угу. А вот это называется пищевое подкрепление. Понятно? Ну ничего, он у вас красавец. Красавец и умница, просто необученный. Слушайте, круто. А где вы этому научились? Нигде. С детства люблю собак. Книжки разные всякие читала. Угу. Хотела быть кинологом, но не стала. Почему? Потому что стала управляющей в магазине, теперь я дрессирую не собак, а подчиненных. Понятно. Доброе утро. Ап! Пищевое подкрепление? А то. Здрасте. Фу. Это Игорь. Игорь, это Маша, хозяйка Варяга. Очень приятно. Игорь муж моей сестры и мой водитель. Ну, это временно вообще дизайнер одежды. Нет ничего более постоянного, чем временное. Кстати, а почему у вас нет собаки? У меня была собака 3 года назад. Можно? Да. Ну, потом умерла. Сейчас мне некогда. Ну-ка, иди сюда. Красавец какой. Ну, смотри, что у меня есть. Смотри, смотри, смотри. Опа, молодец. Сейчас мне некогда. Я очень рада. Уезжаю, очень поздно возвращаюсь. Поэтому у меня даже цветы не живут. Осторожно. Отпустите меня. Все в порядке? Отпустите меня! Вы обалдели, что ли? Вы не видите? Это все из-за ваших кошек, которых вы здесь развели. Собаки бешеными становятся. Что на меня так смотрите? Я что-то смешное сказал? Я не могу понять. Жвачку хотите? Что? Жвачку? Я на вас буду жаловаться. Это все, что тебя сейчас интересует? Варяг, пойдем. Пойдем, иди сюда. Ну, как? По-моему, превосходно. Да? Не слишком?
Дмитрий, отлично. Нет, Славик, ты знаешь, у меня как-то белое полнит, видишь? Все, я ничего не могу подобрать, у меня тут отвратительная фигура, я жирная. Доброе утро всем. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Мерегаль, новая коллекция. Да, доброе утро, Наталья Викторовна и Игорь. Может, с красным попробовать? А, отличная идея. Игорь, ну я же не даю тебе советов на дорогах, правда? С красным. Привет. Ну как? Отличный выбор. Доброе утро, сестрица. Ну, померяешь, повесь обратно на манекен. Наталья Викторовна, это мужские. Это я вижу. А вот это? А, так Лариса, она... Так в зал. Понял. Пока ты тут тряпки перебираешь, мне кажется, я нашел кандидата, и можем сегодня попробовать Наташку обработать за обедом. Только без самодеятельности, поняла? Хорошо. Ты меня прости, душа моя, ты у нас, конечно, сегодня молодец. Но кто-то должен в магазине остаться. Давай, давай. Салатик, я тебе принесу. Классно выглядишь. Лариса Викторовна, спорт-то вы, похоже, проиграли. Мелко продала платьице, чтобы утром примеряли. А, ну что же, опять ошиблась. Мелко-то продала. Я, кстати, в ней не сомневалась. С вашей способностью в людях разбираться? Мне кажется, это было нечестно. Честно или нечестно, сестричка, за тобой должок. А, дай мне денег. У меня только карта. Как обычно. С вас тогда завтрак. Папа, кстати, учил отдавать долги. Договорились. Ну что? За новую коллекцию? Давайте, за новую коллекцию. За прибыль! Ура! 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 Кто про что? Пищевое подкрепление сотрудников действий. Хватит. Просто сегодня утром Наталья Викторовна сказала, что людей можно дрессировать так же, как и собак. Теми же самыми способами. Вот нас, например, она уже выдрессировала. Ну почему? Не только нас. У Наташки всегда было много кавалеров, и все за ней бегали, как песики. А, кстати, помнишь этого, как его? Илья был. Вот это точно было давно и неправда. У нас еще был этот Вадик. Ладно, прости. Просто интересно, смогла бы ты сейчас так сделать? Сейчас? Ну, мне кажется, что мужчины с того момента не сильно изменились. Только мне сейчас это не надо. Замуж я не собираюсь. Зачем? Просто так? Ну, Ася, не просто так, а наспор. Это как? Ну, смотри, мы тебе найдем мужчину, а ты его за месяц выдрессируешь так, чтобы он сделал тебе предложение. Сможешь? Смогу. А что мне за это будет? Не знаю, тут надо подумать. Ура! Ура! А ты? Если он делает мне предложение, тогда ты переписываешь свою долю. На меня? Да. А если я проиграю, зачем тебе магазин? Продашь, сдашь в аренду, он тебе зачем? Лариске просто лень работать, она ищет способ избавиться от ответственности. В тебе-то она вон как уверена. А, в этом смысле? Угу. Ну, папа же нам его на двоих оставил. Ну, да. Хорошо, это даже будет забавно. Кого будем дрессировать? Объект подберет независимая сторона в моем лице. Очень уж независимая. Договорились? Нет, не договорились. Славик, иди-ка сюда. Я прошу вас, Вячеслав, зафиксировать пари на видео. Наталья Викторовна, я могу? Можете, Славик. Итак, пари. Если мужчина, которого найдет мне Игорь, сделает мне предложение через месяц, то ты переписываешь свою долю магазина на меня. А если проигрываю я, то ты переписываешь свою долю на меня. По рукам? По рукам. Ну все, пока, мой хороший. До завтра, сестренка.
Ну что, я молодец? Тише. Хорошо получилось. Все отлично. Ждем месяц. Ты становишься хозяйкой магазина и передаешь все управление мне. А ты справишься? Может, все-таки спросим Наташки совета, а? Она все-таки хорошо в этом разбирается. Подберем тебе, не знаю, классную коллекцию. Глупости не говори. Вкус твоей сестры мне очень хорошо известны. Одежда должна быть практичной, удобной. Тоска, а не одежда. Никакого полета мысли, фантазий. Он станет магазин нашим. Я всем докажу, как они ошибались, всем. Ну что, едем? Что стоим-то? Доброе утречко. Доброе. Сегодня же вроде выходной. Я на работу во второй половине дня собиралась. А мы не по работе, мы по личному делу. А, тогда кофе. Это касается вашего с Лариской спора. Я нашел прекрасного кандидата, уверен, тебе понравится. Главное, чтобы я ему понравилась. Остальное не важно. Ты не помнишь, где у меня чашки? Нет, откуда я знаю? Вот и я не помню. Сейчас. Спасибо. О, кошмар какой. Ой, ну-ка, брось отсюда. Смотри, какие наглые, они даже не уходят. Кошмар. Развели. И запах все время. Да я понимаю, но то. Выносимо. Машуля. Привет. Ой, привет. Мы погуляли. Молодцы. Слушайте, он так уже команду голос выполняет вообще. Знакомься, это моя сестра. Очень приятно, привет. Маша. Да. Очень приятно. А чему можно еще его научить, кстати? Маш, давай не сегодня. У меня сегодня новый объект для дрессировки. А, я позвоню. Хорошо. Ладно. Ну все, мы пошли тогда. Давай. Пока. Пока. Пойдем. Пойдем. Ну, далеко нам идти? А, мы уже пришли. Это шутка такая? Нет, это не шутка. Вау, это для дрессировки? Это для ресторана. Для дрессировки кудри приберем. Самый верный способ заставить мужчину сделать тебе предложение – это забеременеть. Еще можно закончить кулинарные курсы и школу секса. Но потом все равно забеременеть. Мне кажется, у авторов этих статей какая-то паранойя. Не знаю, вроде нормальный совет. Нормальный? Вот именно поэтому в нашей стране так много одиноких женщин. Поехали во двор. Чтобы собака выполняла команду ко мне, ее надо максимально чем-нибудь заинтересовать, привлечь ее внимание. Пробуем? Давай. Отпускай. Ты серьезно? Олег, беги туда, беги гулять. Пищевое подкрепление взяла? Да. Ну, теперь зови. Ко мне, ко мне. Варяг, ко мне, ко мне. Молодец. Обязательно хвали, 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 молодец, хвали, больше хвали. Молодец, мой молодец. Давай еще раз пробуем. Отправляй его. Олег, гулять, гулять, гулять.
А теперь зови. Ко мне, иди сюда, ко мне, скорее. Отлично. Молодец, кусаешься ты зачем, а? Угу. Отлично, а теперь давай попробуем посложнее, да? Отправила гулять? Да. Ну, а теперь пойдем со мной к подъезду. Точно? Ну, точно, оттуда будем пойдем, вызвать. Пойдем. Угу. Бегом, бегом, бегом. Пошли. Ну, зови. Варяг! Варяг, ко мне! Ко мне! Слушай, не получилось. Да уж, не получилось. Может, его как-нибудь подтащить? Не, подтащить точно не получится. Команду ко мне собака должна выполнять добровольно. Без принуждений. Слушаю. Алло. Игорь? Да, привези мне, пожалуйста, машину мою. Сейчас. В смысле, сейчас? Я немного занят, может быть. Привези мне мою машину. Хорошо, а куда мы поедем? Мы никуда не поедем. Привези, поставь во дворе. Хорошо. Молодой человек, вы не поможете мне? Молодой человек, будьте любезны! Молодой человек! Молодой человек! Вам помочь? Нет, ну, спасибо. Ну, у вас машина не заводится. Спасибо, у меня все заводится. Я могу помочь. Я же сказала, мне не нужна помощь, спасибо. Есть. Так, ну и чего вам нужно от моих котов? Вы же их не любите. Хотите привлечь мое внимание? А вы всегда такой самоуверенный? Я ошибся? Нет, не ошиблись. Я хотела перед вами извиниться. Ну что ж, извиняйтесь. Вы знаете, здесь атмосфера не располагает. Пойдемте в ресторан. Пойдемте. Что? Наталья Викторовна, для вас как обычно? Да. Сырники со сметаной и вареньем. Если можно. И чай. Спасибо. А для вас? Да, то же самое. Благодарю за заказ. Спасибо. Я не успела позавтракать. Наталья. Николай. Очень приятно. Взаимно. Так вот, Николай, я бы хотела перед вами извиниться. Извиниться за то, что я на вас накричала в тот день. Я обычно этого не делаю, просто накануне был сложный день. Я не выспалась и проснулась совершенно в дурном расположении духа. Да, спасибо. Они здесь добавляют индонезийскую ваниль. Что вы говорите? Так вот, еще и собака потом сорвалась, я за него переживала. Потом... Продолжайте. Николай, что происходит? Артур, дыши.
этого врача. Чеку плохо. У него, очевидно, анафилактический шок. Ну, кто-нибудь, помогите, помогите. Какой шок? Анафилактический. Мужчина, что с нами? Врача вызову. Сейчас вызову. Держись. Ну, что-то, можно чем-то ему помочь? Ну, кто-нибудь, ну, помогите, зачем сидите? Ну, кто-нибудь. Так, сколько лет ему? 45. Вы меня видите? Артур вас зовут, да? Артур. Как вас зовут? Лена. Вы ему жена? Не, невеста. Невеста, очень хорошо. Так, принесите полотенце и аптечку. Смотрите на меня и на Лену. Так, спокойно, Елена. Извините, так надо. Что вы делаете? Все нормально. Молодец, молодец. Лёг, успокоился. Артур, успокоился. Дыши, дыши. Лёг. Пойдёмте отсюда. Поговорим в более спокойной обстановке. Послушайте, а поцеловали-то вы её зачем? Хотел вызвать прилив адреналина. Он нейтрализует шок и уменьшает отек. Адреналин работает, конечно, хуже, чем преднизолон. Но нужно было выиграть время. Секундочку, это вы сами придумали или вы врач? В интернете прочитал. Правда, там прилив адреналина вызывался, естественно, причинением боли пациенту. Но втыкать вилку в парня я не решился. Подумал, что такой же взрыв гормональный можно вызвать приступом ревности. Тем более парень вроде горячий. Я попробовал. По-моему, получилось. Угу. Вы по-прежнему хотите со мной поговорить? Ну, вообще, да, я хотела бы. Ну, раз так не очень хорошо получилось с рестораном, то предлагаю продолжить у меня. Приглашаю вас в гости. Ведите. Прошу. Вот, заходите, присаживайтесь. Угу. Здесь я, собственно, и живу. Да. Чаю. Хотите? А, да. У вас очень мило. Да. Мебель, ковры, вся обстановка. Горячая вода, отопление. Угу. Чего только людей на помойку не выбросят. Да нет, вы сидите, сидите, а тут все в порядке. Я же все это отчистил, отмыл, покрасил заново. Все хорошо. Посмотреть можно? Конечно, вот библиотека моя. Ух ты! Хериот из воспоминаний сельского ветеринара. Вы не поверите, это моя любимая книжка в детстве была. Что говорите? Да. Кто только у меня не жил дома, я всех тащила. И хомяки, и мышки, и голубь даже жил на балконе, и собаки. Всех лечила, всех спасала. Здорово. А это? Это паровозик. Детский. Люблю порукодельничать в свободное время. Свободного времени-то у дворника, как оказалось, полно. Можно? Да, конечно. Так о чем вы поговорить хотели? А. Да. О вашей работе хотела поговорить. Хотела вам предложить начать новую жизнь. Просто у меня есть магазин, и я хотела предложить вам там поработать, например. Кем? Ну, охранником или потом... Спасибо, конечно. Но знаете, я доволен своей жизнью. У меня есть работа любимая на свежем воздухе. Опять же, жилье. А потом я приношу пользу людям. Очень важно осознавать, что ты полезен обществу. Ну и опять же, увлечение. Все, о чем можно было только мечтать. Вот так вот. Неужели же вы мечтали о работе дворника? Ну, если я работаю дворником, наверное, мечтал. Это же логично. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, Седов, давай-ка помещение-то освобождай. Понимаешь, ну, не могу я тебя в подвале держать, не могу. Техническое помещение, жить здесь нельзя, правильно?
наверное. Ну, если нельзя, так дайте ему другое жилье. Дворникам же положено. Так положено-то оно положено, да где его взять? Ну, в общем, собирай манатки. Я тут опечатываю. Так что проверки у меня. Так. Извиняюсь. Так я наливаю чая? Куда же вы? Да ничего страшного. Сейчас уже тепло. В парке, в палатке. Спальник есть, пенка тоже. Ну зачем же в парке? Просто у меня есть квартира, а в квартире есть комната, и вы могли бы... Я, конечно, дико извиняюсь. Неужели такие проблемы с мужиками? А? Это у вас проблемы. Вон, с мужиками. Я хочу вот такой вот, как на манекене. Только моего размера. У меня 46-й. Да, конечно. Славик, принеси, пожалуйста, вот такое вот платьице, но 46-го размера. 46-го? Да. Славик, и 48-й захвати на всякий случай. Хорошо. Они тут вот маломерят, понимаете? И 52-й, чтобы два раза не ходить. Здрасте. Что ж за день-то сегодня такой, а? Наталья Викторовна, что-то случилось? Нет, все прекрасно. Идите. Наталья Викторовна, а как поживает наш дворник? Чудно поживает. Только он не дворник. Он подметал, у него язык как помело. Че, дурак, что ли? Это я дура. Лар, давай мы сменим объект, а? Я готова на кого угодно, на самые сложные варианты. Политики, бизнесмены, известные артисты, иностранцы, кто хочешь. Ну ты не... хитренькая, так нечестно. Нет. Да, спор есть спор. Либо ты дрессируешь данный экземпляр, либо признаешь, что проиграла пари. Нет, я от пари не отказываюсь. Просто есть некоторые породы собак, которые сложно поддаются дрессировке. Есть такой, например, аляскинский маламут. Большой, красивый пес, но абсолютно своенравный и упрямый. Чтобы заставить его выполнить команду ко мне, я не знаю, что надо сделать. Вы оставили у меня на столе. Я подумал, вдруг это важно. Решил занести. Адрес на визитке прочитал. Чаю хотите? Давайте чаю. Проходите. Спасибо. Смотри, смотри. А говорит, дрессура не идет. Он меня команду к ноге выучил и апорт. Чисто Куклачев наш, Наталья Викторовна. Такой Куклачев же вроде по кошкам. Какая разница? Вот это вот помещение. И долги за него, это все, что нам с сестрой оставил наш отец. А я за 2 года наладила все связи вот с поставщиками, с дизайнерами. И сейчас будем активно расширяться. У нас продажи увеличились 6 раз. К нам звезды одеваться ходят. Круто. Вы просто так гордо об этом говорите. Ну да. Я просто работала здесь 24 часа в сутки. И это же хорошо, когда знаменитые люди приходят, и ты работаешь. И... В общем, этот магазин — это вся моя жизнь. Да бросьте. Неужели этот магазин... Не, магазин бесспорно хорош. Вот этот магазин по продаже шмоток, разве он может стоить всей вашей жизни?
Ну да. Да, вы правы. Я трачу время зря. Конечно, я же не сплю в палатке, не мету улицу, еще не собираю паровозики с всякой дряни, найденной в помойке. Обиделись. Извините. Николай, подождите, я не это хотела сказать, Николай! Ну-ка, покажи. Брось гадость. Брось. Ну что ты съел-то? Хватит. Да перестань уже, а? Собаку испортишь. Да он какую-то гадость в кустах подобрал. Привет, дружище. Для этих целей существует команда «фу» или «нельзя». Если бы он еще слушался. Ну так он у тебя вообще скоро перестанет слушаться. Даже команду ко мне перестанет понимать. Ну я тебе сколько раз говорила, чтобы собака выполняла команду. Ей надо, чтобы она получала положительные эмоции от тебя. Ну, похвали ее за это. Или дай чего-нибудь вкусненького. А ты ее по морде. Вообще глупости всяких наговорила. Дура. Нет, я не... Да я не про тебя. Это я про себя. А. С Николаем поругалась, что ли? Да ладно, не волнуйся. Он тоже переживает. А я не переживаю. На площадку завтра пойдем заниматься с ним? Да. Сейчас. Алло, Андрюша, да, я. Собачку завтра примешь позаниматься? Возьми. Кто? Да лабрадор, необученный дурной. В 10 утра ты можешь? Да! Варяг, вылези! 10 утра, Андрюш. Спасибо. Папа! 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 Здравствуй. Как дела? Хорошо. Молодец. Держи, это тебе. Спасибо, папа. Сказал папе спасибо. Иди в машину. Дядя Эдуард тебя ждет. Я не хочу с дядей, я хочу с папой. Отпусти ребенка. Ладно, иди. Федя, иди в машину. Мама сейчас придет. Ну и зачем ты пришел? Мы договорились на определенные дни. 2 раза в месяц. Ты понимаешь, что своими внезапными визитами ты нервируешь ребенка? Он забудет, как я выгляжу. Я хочу чаще видеться с сыном. В следующий раз. В следующий раз ты потратил на сегодня. Так не надо делать вид, что ты заботишься о Федоре. Ты пытаешься внушить Эдуарду чувство отцовства, а ему плевать на чужого ребенка. Он делает то, что ему надо. Вы же живете в моей квартире, так? Да. Потому что не хочу травмировать Федю переездом. А еще чтобы Эдику было ближе ездить на работу. Ой, все. С тобой невозможно разговаривать. Лабрики вообще универсальные собаки. Пас неплохо работает. Но с вашим варягом придется поработать. Слишком уж ласковый парень. Ничего, мы его натаскаем. Машка у нас девушка симпатичная. Варяг должен уметь ее защитить. Слушайте, а может быть не будем его дразнить? А вдруг он станет злым? Не, не станет. Андрюша, а ты чего сегодня вечером делаешь? Не договаривались!
А как вы договаривались? Молчи. Он мне руку сломал. Молчи. Ну-ка, иди сюда. У вас не перелом, всего лишь вывих. Расслабьтесь. Больно. А вы оставьте меня в покое. И не надо мне каждый день доказывать, что вы сумасшедший. Я это и так понял. Опять вы? Нет, это опять вы. А по-моему, вы меня преследуете. А мне кажется, что вы меня. Скажи, а что вы с Ларисой будете делать с моим магазином, ну, если я вдруг проиграю спор? Мне кажется, об этом нужно было раньше думать, часто что. Раньше я думала, что я выиграю. А сейчас настроилась проиграть. Был бы магазин, а что с ним делать, мы придумаем. Да, придумают они. Может быть, лавочка по продаже тряпочек этого не стоит. Но я слишком много потратила сил и времени на нее. Я вам ее не отдам просто так. Поехали. Как скажешь, босс. В общем, Славик, это дворник. Не похож он на дворника. Молочка? Ну, пусть будет молочка. Короче, я не понимаю, кто он. Наталья Викторовна, в 21 веке любой человек зарегистрирован в социальной сети. Даже дворник. И что? У него фамилия есть? Есть. Сейчас, подожди. Седов? Седов. А имя? Николай Седов. Николай Седов. Да вот же он. Славик, ты гений. А вы меня за соцсети премии лишили. Слушай, ну будет тебе премия, ну будет. Открой мне, как можно, ну, посмотреть. А премия... Славик, она... я же сказала, будет. Давай. Супер. Вот фотографии. Отлично. Подожди, так у него жена, дети, сейчас. Ребенок. Нет, они в разводе. Да он еще и врач. Врач? Обалдеть. Ну вот. Подождите, Николай... Валентинович Седов, 75-го года рождения, образование высшее медицинское, окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова, хирург высшей категории. Да, здорово. Этот волшебник теперь подметает улицы. Славик, а ты мне можешь все вот это вот, ну, распечатать? Для экстренного сообщения. По городу объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. Ожидаются ливневые дожди и грозы.
во многих районах города уже идет дождь. МЧС просит водителей быть внимательными и не парковать машины под деревьями и рекламными конструкциями. Горожанам рекомендовано ограничить пребывание на улице сегодня после 8 вечера. Прости за палатку, я не хотела. Только... Ничего страшного. Ты ее на балкон положи, она очень мокрая. А куда на балкон? Туда. Туда? Ага. Да? Ну, как вы себя чувствуете? Нормально. Вещичка, кстати, практически моего размера. Угу. Да, я папе покупала, ему не пригодилась. Но у меня ваша палатка теперь есть. Могу ходить на балкон, поход. Где у вас аптечка? Аптечка? Аптечка. Есть аптечка? А в кухне, в верхнем ящике. Я сейчас приду. Черт, аптечка. Градусник под мышку. Срочно. Так. Это выпить? Залпом. Пить, пить. Прекрасно. И укутаться. Ничего, ничего. Вы думаете, я сумасшедшая, да? Нет, я думаю, какая у вас сейчас температура? Угу. Ну-ка. А где у нас градусник? Вот так. 38. Укутайтесь. Я так плохо выгляжу, да? Вы забавно выглядите. Отдыхайте. Забавно. Ты же упертая, Марин. Ты ж пока здесь все по винтикам не разберешь, не успокоишься. Опять новый труп. Где начнешь копать? Знаешь, ну копать под водой. Афродита из пены морской. Подарок от Нептуна. Марина, спасай, я в ловушке. Что у нас тут? Проникновение? Угроза убийства? Очередное фиаско в любви. Устоишь? Удержишь?
Пойдем. Пошли. Пойдем. Привет. Здорово. А мы-то твое задание выполнять идем. Молодцы. Про пищевое подкрепление не забывайте. Не, это что? Какое? Что у меня? Держи. Смотри, что у меня есть. Ах, ты обжора. Конечно, обжора, как и все мужчины. Да уж. Сырники готовить умеешь? Не. Вот и я не умею. Пока. Пока. Пойдем. Пошли. Извините. Доброе. Как вы себя чувствуете? Решите. Температуры вроде бы нет. Так что у нас сырники на завтрак. Да, и кофе тоже готов. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо. 1, 2. Можно 3. Ну да, конечно, 3. Спасибо. Благодарю. А есть сметаночка? Есть. Нет? Нет. Нет, так нет. Есть варенье. Прекрасно. Да, вот. Благодарю. Вам? Нет. Нет? Угу. Вот. Знакомый вкус. Это индонезийская ваниль. Я так и подумал. Замечательно. Я просто хотела сказать вам спасибо. За что? Ну, за то, что не дали мне заболеть. Ну что вы? Вы бы не заболели. Вообще бы не заболели, если бы меня не искали вчера по парку. Это я должен благодарить за то, что вы меня практически спасли. Меня бы ведь сдуло бы. Вместе с палаткой, ветром и смыло бы дождем. Очень хочется быть полезным и как-то отблагодарить вас. А подметать не предлагаю, у вас очень чисто. Голодных кошек здесь тоже не вижу. Хотите мусор вынесу? Мусор есть? Есть. Вынести? Нет. Я сама. Какие у вас планы на день? Работа? С работы я уволился, планы мои не определены. Так что наметьте мне какой-нибудь фронт работ. Да. Ну вот это для начала. Прекрасно. Только сначала завтрак. Хорошо.
Открой быстрее, что там копаешься? Игорь, я не могу вылезти. Как можно было так припарковаться? Черт. Я не понимаю, как можно было так встать? Кто-то обещал похудеть. Кто-то обещал меня любить такой, какая я есть. Люблю я тебя, люблю. Я не знаю, может быть, тебе стоит есть поменьше или спортом заниматься. Ты вообще? Ты не понимаешь? Я художник. Меня должны окружать идеальные вещи. Понимаешь? У вас все в порядке? Не совсем. Что это? Полка? Дверка. Вот, еще один фронт работ наметился. Извините. Я рад. Всем привет. 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 Лариса Викторовна, хотите печенье? Нет, я не буду. Это мамина домашняя. Я на диете. Целых 5 минут. Что? Обалдеть! Очень вкусно. И калорийно. Да ладно вам. Слушайте, у меня возникает ощущение, что все женщины помешаны на своих диетах. Но должен быть хороший аппетит и аппетитная фигура. Вот. Ценник повесь. Диетолог. Спасибо, Слав. Да ладно. Все, хозяйка, я закончил. Как вы быстро? Долго ли умеючи? Я надеюсь, у вас больше ничего не оторвалось за это время? Не оторвалось. Прекрасно. К сожалению. Вы знаете, я наметил свои планы на день, а также придумал, как отблагодарить вас за ночлег и завтрак. Как? Хотите, научу вас готовить. Только надо за продуктами в магазин съездить. Сейчас. Сейчас. Алло. Игорь, ты мне срочно нужен? Я еду в магазин за продуктами. А зачем нам Игорь? Я могу сам, у меня права с собой, если что. Игорь, концепция меняется, ты нам не нужен. Ты мне не нужен. Просто пригони машину. Я понял. На работе не ждите. Хорошо. Что случилось? Твоя сестра взяла выходной. И что? Никогда же не брала. Ну, может, устал человек. Сказала пригнать машину и уматывать. Она же водить не умеет. Значит, кто-то ее повезет? Кто, зачем, куда? Слушай, Игорь, откуда я знаю, кто куда ее повезет? Зря мы с тобой все это затеяли. В смысле зря? Ну, потому что Наташке хорошо. Ну, пусть человек, ну... Ты в своем уме? Так, я сейчас поеду и все узнаю. Подожди, куда ты поедешь? Романтический вечер. У нас вроде как юбилей. 5 лет со дня нашего первого свидания. Лариса, какой к черту юбилей? Моя карьера на кону и наше будущее. Осторожно, здесь ямка. Не ямка, это ремонт, который никогда не прекращается. Спасибо. Благодарю. Полный бак. Благодарю. Ну, вообще, довольно странный набор продуктов. Мясо я еще могу понять. Мука-то тебе зачем? Мука?
мука-то мне зачем? Для теста? Пироги печь будем, что ли? Нет. Ну, просто я думала, что все одинокие мужчины питаются исключительно пельменями. Ну? Мука, тесто, пельмени. Что, предлагаешь мне лепить пельмени? Ну, почему тебе? Вместе будем лепить. Вот мои бабка с дедом, например, за один раз лепили 1000 штук. Сколько? 1000 штук. Ты ж сколько они, день сидели? Ну, нет, трое суток где-то. Ну, я столько не выдержу. Я шучу, конечно. Прошу. Спасибо. А я вот лично готовить любил. После дежурства у меня это было раньше как отдых. После чего? Дежурство? Ну да, я когда-то врачом работал. Всегда думал, что это правильный выбор. А почему? Почему я дворник? Ну да. Я сам виноват. Мы с женой, со Светланой, повздорили. В общем, мы разводились. Ну, я нервничал. Пытался, конечно, что-то вернуть, найти какие-то пути, слова какие-то нужные. Но не подобрал, видать, нужных слов. Ничего у меня не получилось. А потом привезли в травму одного пациента, очень тяжелого, после аварии. Всем миром мы спасали, всем отделением, как могли. Но не вытянули. Умер он. А я почему-то так нанервничался, и у меня не было сил уже разговаривать с его родственниками. Я уехал домой, не поговорив с ними. Но они, соответственно, очень быстро решили, что виновный найден. Крайнего нашли. Да. Ну, тебя, соответственно, уволили. Ты знаешь, нет, врачебные ошибки не нашли. Ну, я сам ушел, уже просто не смог работать дальше. А жена? Ну, а жена что? Жена получила от меня с сыном квартиру. Они там благополучно живут. И вышла замуж за свою статусную мечту. В общем, для нее это был удобный повод. Так почему же все-таки профессия дворника? Ну, во-первых, у тебя есть рюмка? Да. Давай. Во-первых, это красиво. Вот так, смотри. Раз. Во-вторых, ну что, дворник, на свежем воздухе людям пользу приносишь. У тебя здорово получается. Дворником-то? Что ты? Да нет, я про пельмени. Она сейчас точно с ним. 100%. Ну и пусть. В смысле пусть? А если он такой идиот, что она запудрит ему мозги? А он в ответ ей руку и сердце? Почему сразу идиот? Может, он влюбился в нее? Эрс, ты вообще ничего не понимаешь? На кону мой магазин. Мой магазин. Знаешь что? Это не твой магазин и даже не мой. Это Наташкин магазин. Ага. Вот это недоразумение я пытаюсь исправить. Вместо того, чтобы умничать, лучше бы придумала, как им помешать. Слушай, а может быть, ты поднимешься, в дверь позвонишь, но я не знаю, там под предлогом что-то спросить. Нет, нет, все, это слишком. Поехали домой. Ларис, поехали домой. Ларис, ну подожди. Лариса. Лариса. Игорь, что ты там делаешь? Пельмени, конечно, блюдо незамысловатое, но в старину его действительно подавали при свечах. Правда? Конечно. Электричества не было. Единственное, что я знаю о пельменях, это то, что их подают обычно с водкой. Согласен. Но если назвать их, например, равиоли, то к ним прекрасно подойдет сухое красное вино. Спасибо. У меня давно такого не было. Привыкай. К чему? К пельменям. Сколько мы их наготовили. У тебя же целый арсенал, теперь на город хватит. С голоду точно не помрешь. Да и не об этом. Обо мне никто так никогда не заботился. Обычно мне приходилось заботиться о сестре, о папе. О магазине, в конце концов. А вот магазин. Это действительно то, о чем ты мечтала? Честно.
Я ненавижу все эти тряпки, скакать вокруг клиентов, разговаривать с сумасшедшими дизайнерами, все эти отчеты, налоги, проверки. Понимаю. Именно поэтому я тогда и сорвалась на тебя. Хорошо. Шмотки ты не любишь, дизайнеров, бухгалтерию, проверки, это понятно. Кулинарию, по всей видимости, тоже. А что тогда? Собак. Собак? Да, я очень люблю собак. И у нас, мне кажется, с ними это очень даже взаимно. Я бы с удовольствием променяла все эти гламурные каблуки на джинсы, кроссовки и дрессировала бы собак. И прям пошла бы кинологом? Да, пошла бы. Ну, поздно уже, я думаю, профессию менять. Пока человек жив, никогда ничего не поздно. Это я тебе как бывший врач говорю. Твоей сестре выключен телефон. Ларис, Ларис, ну, может, ты все-таки поднимешься? Нет. Ну, неужели ты не понимаешь, как это важно? Ты издеваешься? Я вообще-то твой муж и стараюсь ради нас обоих. Так знаешь что, муж, тогда поехали домой. Докажи, что ты муж. А? Подойди. Ну, что ты стоишь? Давай! Давай, давай, садись. Зануда. Ага. А что, ну, если... Говори ты. Нет, давай лучше ты, у меня не важно. Зачем я тебе? Чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты остался. Доброе утро. Как спалось? Доброе. Хорошо. А что там у тебя было? Мне показалось, или это было кольцо? Ну, да, ты знаешь, я не привык морочить девушкам головы. Да, это было кольцо. И что мне теперь делать? А предложить мне тебе пока нечего. Почему? Ну, я пока никто. Дворник, без жилья, сейчас без работы. Я хочу, чтобы ты видела рядом с собой успешного человека. Так. У меня уйдет на это какое-то время. Угу. И я исправлю ситуацию. Тебе не придется стыдиться меня. Я найду другую работу. Ну, зачем же тебе другая? Ты хороший врач. Тебе это блестяще получалось. Откуда ты знаешь, как у меня это получалось? Ну, вот кофе я, пожалуй, выпить не успею. Наташ? Иди позавтракай. Слушай, у меня сегодня очень важное мероприятие. Так. Один модный показ. Мне непременно там надо быть. Ты же составишь мне компанию, правда? А думаешь, это нужно? Ну, во-первых, мне будет приятно. Во-вторых, костюм я тебе уже подготовила. Он в спальне. 7. Вот адрес. Ну, съешь бутерброд. В машине.
Ключи на тумбочке. Алабяна. Наташ! Доброе утро всем. Доброе утро, Наталья Викторовна. Вы потрясающе выглядите. Вы просто светитесь. Да вас просто не узнать. Потому что сегодня потрясающий день. Здравствуй, сестренка. Привет. Случилось что-то особенное? Сегодня же модный показ, и вы все об этом знаете. И туда я иду не одна. С Николаем? Да. У вас что, все получилось? Он сделает вам предложение? Я думаю, что да. Пошли, Молли, пойдем. Пойдем, моя шаблока. Иди, стой, стой. Сюда. Здрасте. Здрасте. Тихо-тихо. Пойдем. Пойдем. Да ты сам не понимаешь, во что ввязываешься. Наталья совершенно другой человек. Ты пришел меня предостеречь, рассказать, какая она плохая. Спасибо. Сам разберусь. Вовсе нет. Наталья замечательная, удивительная женщина. Чистолюбивая и целеустремленная. Готовая на все ради своего бизнеса. Да что в этом плохого-то? Собственно, ничего. Другое дело, как далеко готов человек зайти. Так вот, Наталья готова зайти очень далеко. Если мужчина делает мне предложение, то ты переписываешь свою долю в магазине на меня. А если я проигрываю, то ты переписываешь свою долю на меня. Разбивай. По рукам? По рукам. Пошел вон. Удался? У меня пока нет. Ладно, дождем. Ого. Привет. Здравствуй. Я очень рада, что ты пришел. Тебе очень идет костюм. Что-нибудь выпить? Да, чего тебе, мать? О, с удовольствием. Красное, белое. Как скажешь. Тогда красное. За любовь? Разрешите? Минуточку внимания! Чтоб потом не было вопросов. Я надеюсь, всем слышно. Наталья, я прошу тебя стать моей женой. Я надеюсь, этого достаточно для того, чтобы она выиграла этот ваш спор. Да, самое главное. Теперь все в порядке. Эта женщина действительно может добиться предложение от любого мужчины. Знаешь, я думал, что уже не способен на такие чувства. Но ты меня пробила. Ты потрясающая дрессировщица. Я тебя поздравляю. Браво! Аплодисменты! Аплодисменты! Товарищ! Ну что же вы?
Добрый день. Я признаю, я проиграла пари. За ночь я подготовила документы. Здесь присутствует нотариус, и он официально заверит передачу прав собственности на магазин моей сестре. Ларисе. Прошу. Я тебя поздравляю, это теперь твой магазин. Ты вольна делать с ним все, что хочешь. До свидания. Прошу. Наталья Викторовна, ну зачем? Это же ваш магазин. Я потеряла гораздо больше, чем магазин. Да не помню я, темно было. Может быть, в этой стороне, там? Варяг, стой! Да не было, там вроде кусты какие-то были. Может, там? Нет? И этих тоже не было, я не помню. Ну, это кусты, но они не такие были. Может, мы вообще не в ту сторону идем? Может быть, там сзади осталось? Нет? Знаешь что? Я думаю, зачем мне его искать, а? Не надо, ну что я ему скажу? Что? Что ты ему скажешь? Что любишь его? Если он влюблен, то простит. Не простит. Не простит и не поймет. Мне надо было сразу ему про этот спор рассказать. Сразу. А я что-то не успела или потом испугалась. Не знаю. А потом он как-то сам все выяснил. Не выяснил он. О, Игорь твой рассказал, подлец. Игорь? Ну да. Мы его с варягом видели, когда гулять выходили утром. Около лифта столкнулись. Теперь это уже не имеет никакого значения. Я вот подумал, может быть, я поторопился. Ну что, правильно подумал. Махать метлой может каждый, а вот людей лечить не каждый. Обратно в травму возьмете? Конечно, возьму. Таких специалистов, как ты, единицы. Не зарывать же такой талант в землю. Себе не прощу. Ну так я в отдел кадров заявление писать. А я тебя и не увольнял. В отпуске ты. За свой счет. По семейным обстоятельствам. Понял? Понял. Спасибо. Ну что, с возвращением. Спасибо. Персонал какой чудесный. Добрый день. Людмила, там Людочка. Ой, она, а Людочка, она вообще красивая. Вот это... Федор? А что ты здесь делаешь? Где мама? Мама дома, она хочет уехать с этим новым папой. А меня здесь оставят с бабушкой. Я так не хочу. Забери меня, я хочу с тобой жить. А как ты меня нашел? Когда мы с мамой сюда ходили, я запомнил дорогу. Надо же. Так мама, наверное, сейчас с ума сходит, ищет тебя. Пойдем домой к маме. Я не хочу домой, я хочу к тебе. Хорошо. Давай пойдем домой, а там разберемся, хорошо? Охрани. Здорово, Эд. Давно не виделись. Привет, Коль. Что случилось? Вот обратно привел. Поговорить бы надо. Обратно откуда? Ты его где нашел? Как где? В больнице у себя. А вы что, не заметили, как он ушел? О, Господи! Только что тут же был. Ты в порядке, Федь? Все нормально у тебя? Так я что-то не пойму, взрослые. У вас ребенок выходит из дома. А вы даже не в курсе? Ему всего 5 лет. Вы что творите? Мы собираемся. Ты видишь, что здесь вокруг происходит? Мне все это нужно сложить. Мы уезжаем за границу. За границу? Да. Интересно, куда? В Канаду, Коль. А меня оповестить не судьба, да? А что с Федором? Что с Федором? Я говорил, меня к бабушке отдадут, а я не хочу. Я хочу с тобой. Малыш, я только за, чтобы ты жил с папой, правда. Но твоему папе негде жить сейчас, понимаешь? Так, официально эта квартира моя. Поэтому вы езжайте в свою Канаду, а мы с Федором останемся здесь. Ура!
Ловко ты. Нормальный вариант. Свет, все, успокойся. Он отец, успокойся. Он родной отец, все. Если так всех устраивает, так и поступим. Все, у нас время уходит, давай собираться. Пойдем мороженое есть. Эть. Дай мне куртку. Мы сейчас придем. Вот. Девушка, извините. Что это вообще такое? О, это наша новая коллекция. Абсолютно свежий взгляд на современную моду. Можно носить как отдельно, так и вместе с другой одеждой нашей коллекции. И как это носить? Давайте руку. Ага. Вот так. Сумочку я подержу. Здесь мы подхватим, застегиваем. И, по-моему, прекрасно. Можно еще дальше проявлять фантазию. А это что? Это карман. Вот. Вы серьезно? Абсолютно. Это же полная безвкусица. Что? Да это у вас совершенно нету вкуса. И вы ничего не понимаете в моде. Это же мысль в чистом виде. Да, конечно. Вы должны стать соавтором модельера. Вы понимаете нас? Знаете что? Мне одежда нужна, чтобы ее носить, а не чтобы самовыражаться и мысли рождать, которых нет. Да вы... Это товар для особенных людей, с безупречным вкусом, пассионарных, прогрессивных. Кто всего вот этого не понимает, попал сюда по ошибке. Это место не для обывателей. Знаете что? Мое эстетическое восприятие мира не соответствует данной пассионарности и высоте концептуального полета вашей чистой мысли. Я, пожалуй, пойду работать в магазин для, как вы выразились, обывателей. А вы продавайте сами. Удачи. Да пусть идет. Она же нам совершенно не подходит. Она же ничего не понимает, не видит, какие произведения искусства здесь. А я вижу пустой магазин. Ты мне всех покупателей распугал. Ты не знаешь, чем я аренду буду платить, а? Выручки ноль. Это все временно, вот увидишь. Я уже вижу, спасибо. Покупателей нет, продавцов нет, и денег у нас тоже нет. Лар, я все исправлю. Хватит. Знаешь, я дура была, что тебе поверила. Ты просто бездарность. Ты только все портишь и разрушаешь. Ты живешь какими-то иллюзиями, понимаешь? Да пожалуйста, идите. Давайте, разбегайтесь. Без вас справлюсь. А мне вот правда нравится то, что вы делаете. Да? Угу. Нравится? Только ты задом наперед надела. А, да? Да. Я поправлю. Угу. Я была не права. Просто столько всего навалилось. Ты не бездарность. Лариса Викторовна, это не то, о чем вы подумали. Да, это совершенно не то. Пошла вон отсюда. Пошла вон отсюда! Лар, ты все неправильно поняла, Лар. Не мешайте ему творить, да? Полет фантазии у него. Полет задней мысли у тебя! Лар, да ты все неправильно поняла, ничего не было! Да, конечно, неправильно поняла. Нормальные мужики с продавщицами в примерочных не целуются. Знаешь, какая же я дура была. Ты ведь из-за магазина на меня женился, да? Скотина, ты меня с сестрой поссорил. Ты меня в этот спор втянул. Знаешь что, хватит. Я подаю на развод, и ты больше здесь не директор. Лариса,
Лара! Я не знаю, что мне делать. Поможешь? Ой, если ты про магазин, то я не сержусь. А если про его измену, то ты слишком доверяла. Слушай, все, нет, с меня хватит, я подаю на развод. С магазином я тебе помогу. Но отвечать будешь за все только ты сама. Нет, Наташ, я не справлюсь. Ну, я ничего не умею. Ты совсем справишься, потому что ты моя любимая сестричка. Слушай, может, ты вернешься? Нет. У меня есть планы поважнее. Еще вот это. Что это? Это то, что тебе всегда нравилось. Серьезно? Да. Папа, можно мне такую домой? Сынок, у тебя же мама есть. А другую хорошую тетю я еще не встретил. Да я про собачку. А тетя тебе нравится? Ты про собаку. Собака хорошая. И тетя тоже ничего. А почему ты про тетю спросил? Нам бы женщина в доме не помешала. Ох, и хозяйственная ты у меня. Женщину берем, значит, да? Собаку тоже. Кого еще берем? Кошку и попугая. Кошку и попугая. Прекрасный выбор. А ну! Значит, женщину, собаку, кошку и попугая. Может, женщину тогда не надо? Нет, надо. Кто же за ним будет ухаживать, за этими питомцами? Не мы же? Нет, как же не мы же? Мы же! Если научным языком, то положительное подкрепление – это событие, совпадающее с каким-либо действием. А то, что дается после действия – это награда. И для любой тренировочной ситуации их должно быть несколько. Несколько? Я даже об этом не знала. Да. Их можно заменять, переключать. И даже нужно. Интересно. Слушайте, а было бы здорово узнать об этом побольше. С удовольствием. Давайте завтра встретимся. Вечером. Часиков в 7. Поговорим, погуляем. Давайте. А варяга с собой возьмем? Знакомьтесь, Наталья. Мир. Ну что, начнем занятие? Мне нравится учиться у Андрея. Слушай, знаешь, меня Андрей на свидание пригласил. Ух ты! Обещала мне открыть секреты дрессировки. А, ну ты как выучишься? Его будешь дрессировать или варяга? Пока варяга, а так посмотрим. Нет, давай уж лучше на людях не экспериментируй, это плохо заканчивается. Слушай, а тебе не жалко, что ты из магазина ушла? Нет. Я сейчас занимаюсь тем, чем мечтала заниматься всегда. Столько времени зря потеряла. И никогда не поздно начать все сначала. Ну? Домой идем? Нет, мы сначала в магазин. У нас закончился корм. Пока. Пока. Сотрясение мозга. Здесь? Нет, здесь дальше. Здравствуйте. Здравствуйте. Thank you.
что значит пересаливать? Объясни мне, пересаливать. Что такое пересаливать? Потом расскажу. Нет, ты мне сейчас расскажи. Нет, потом расскажу. Вот, смотри, тетя Наташа. Здрасте, а мы вам печенье принесли. Спасибо. Это мои любимые. Мои тоже. У тебя же вроде сегодня выходной. Да, пришли тебя навестить. Ой, собачка, а можно я ее тоже угощу? Ну как рука? Хорошо уже, почти не болит. Ты действительно уникальный доктор. И ничего, снимем тебе швы, выпишем тебя. До свадьбы заживет. Оля, я должна извиниться перед тобой. Мне надо было сразу признаться про этот дурацкий спор. Хотя, с другой стороны, если бы не он, я бы с тобой не познакомилась. Это твое я должна тебе вернуть. Это лучшее, что мне дарили в жизни. И извини меня. Наташа, я хочу сделать тебе предложение. Будь моей женой. Серьезно? Да. Тогда оно твое. Начинается с запрещенной музыки, сборища, вечеринки, наркотики, ну и растление малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья, но я не виновен. Нужно будет все аккуратненько сделать, соблюсти все формальности. Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию. В этом ты у меня мастер. Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе. А можем расстрелять невиновного. Вот и выбирай. Принимайте решение. Я на вас не давлю, и свою точку зрения я не навязываю.